Приветствую вас на канале AsmodeePlay, мы продолжаем играть Джеймс Бонд. Так, мы кого-то догоняли там вроде. Побегаем часик. А, действительно. Так. Надо было там, да? Искать. А, нет, вот. В городе объявился некий англичанин, который немало досаждает. Это про меня. Так. Мама, не горюй, это кто у меня там? Лазерный же прицел был. Что? Какой вариант? Какой вариант? Второй или первый? И первый, и второй. Я так понимаю. А, сюда. Так. Он с парашютом уже. Стой. Один шаг, и ты труп. Брось оружие. Нет. Враг все равно прикончит нас обоих. Эпично. Это Белас. Правильно, прибери вот это. Что? Ручку? На. Вот так вот. Тук-тук этот грёбаный. Ага. Я понял, как это работает. Мне не обязательно за ним-то ехать в упор. Польска. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, в одном флаконе. На. Ты вообще буксирует тут куки. Закинул багажник. Даже не парились бы.
Как ты помещаешься среди этих улочек? Давай. Что ты там понагрузил себе еще? Блин, он уходит по какому-то туннелю. Я должен запрыгнуть ему, да, в кабину, в кузов, куда? Охренеть, я рисковый парень. По гнилым доскам ездить. Ай-яй-яй-яй-яй. Опа. Давай, ты-то так не прыгнешь, да? Или можешь? Блин, кто бы сомневался, что ты проедешь. Ой-ой-ой. Блинский. Еще же отрывается, падла. Еще по мосту поехал. Часть контрольной точки, что-то не понимаю. Вроде мост нормально проезжал. Или куда-то не туда надо было ехать. Самому краю, что ли, надо проехать, умудриться. Давай. Почему он сам туда не провалился?
Блин, занесло. Мать его, занесло. Ничего страшного. Блин, я что-то не понимаю. Я как-то не так еду. Или что? Или там меня сильно заносит. Блин, ненавижу гонки. Прям вообще не мое. И в гоночки не играю. Стреляй по колесам. Блин, оставалось этот хрен, да ни хрена. Столько жертв. Кошмар, кошмар. Столько жертв. Вы можете установить свое место с помощью смартфона, да? Могу. Доставьте тело в морг и найдите другого водителя. О, а я жив. Бонд. Рада, что вы целы, 007. Мы знали, что вы в Бангкоке, но... Ваши GPS-координаты 6 часов не менялись. Я почти нашел заказчиков похищения ученого. Мне нужна информация о человеке по имени Рак. Счета, бизнес-партнеры. Нужны все имена и адреса. Сделаем. Но предупреждаю. В новостях сообщают, что тайская полиция разыскивает англичанина, который устроил погоню в Бангкоке и разнес полгорода. Почему вы решили, что это я? Это риторический вопрос. Я перезвоню. Второй водитель так и не объявился. Осмотрите здание вдоль берега и опросите прохожих. Бонд, мы нашли того, кто может вывести вас на Ракка. Это ваш старый друг Силк. Его клуб недалеко от вас. Загружаю его координаты на ваш смартфон. Да, подожди, смартфон. Я ищу, может, здесь что-то полезное есть. Это нету. Ай-яй-яй. Наши люди тралят речное дно. Если он погиб, мы найдем тело. Если отыщем его, нам хорошо заплатят. Мы осмотрели весь берег. Мои люди еще ищут. Это займет время. Вас понял. Держите меня в курсе.
Так, вырубить его, что ли? Если найдете второго водителя, допустимо применение парализующих средств. Нужно задержать его. Отправляю на поиски силы подкрепления. Из штаба прибыло подкрепление. Мы должны его найти. Проверьте все здания. Он может прятаться на одном из складов. Пока прекрасно. Так. Что там у нас с пролением реки? Пока ничего не нашли. Да и вряд ли что-нибудь найдем. Вас понял. Делайте все возможное. Так, а мне куда? Кто-то показывал, это сюда. Нужно будет выставить охрану, чтобы журналисты не поднимали панику. Мы прочесали восточные улицы. Никаких следов. Вас понял. Двигайтесь на север. Смотрите в оба. Понял. Идем на север. А, вот сюда, наверное. Так, это что? Электрошоковое оружие не причиняет существенного вреда. Понятно. Ладно, у нас есть фото с камер наблюдения. Надо найти этого человека. Похоже, в этом деле замешаны очень влиятельные люди. Обыщите все. Так. Оп. Пока нормально иду. А, до пяти только, да? Лестница. Она мне нужна вообще? Куда мне идти? Лестница. Ну вот так вот. В угол загнали. Ты делаешь там? Давайте там еще птиц расклеивать. Чё? И первый, и второй вариант делай. Чё делай? Там. Как они меня вообще ищут? Откуда они знают, где я должен быть, куда пойду? Давай. Опа. Ага. Другой ракурс. Нам сюда. Полицейская машина. Бизнесмен родом из Монголии. Понятно.
Давай с контрольной точки. Опа, все, там я был. Так, а все один раз что ли держит, все один раз, больше не надо. Давай. Видео. Не упустите такой возможности. Ты делаешь там? Добрый вечер, сэр. Проводить вас к столику? Нет. Проводите меня к боссу. Он вон там. Старый друг, я чем-то могу помочь? Можешь. Я ищу человека. Какого человека? Вроде тебя. Он считает, что все в мире можно купить и продать, и хочет урвать свой кусок. Ты так хорошо меня знаешь. Как же ты меня нашел? Если перевернуть каждый камень, под одним из них непременно будешь ты. Знаешь, меня выгнали из Сайгона. Это было до или после побега из Афин? Или Ибицы? После Йоханнесбурга я запутался. Тебе нужна женщина? Предпочел бы информацию. Узнаю старину Джеймса. Только с чего ты взял, что я отдам тебе Ракка? Даром. Я хорошо тебя знаю, Силк. Тебе нет никакого дела до судьбы Ракка. Но есть дело до 20%, которые он дерет с тебя раз в неделю. У него есть лодочная станция на реке Чаупрая. Только живым тебе туда не добраться. Поспорим? Смотри, а то опять проиграешь. Желаю удачи и доброго дня. Конечно, удачи желаю. 20% не надо будет отстегивать. Один англичанин ищет Рака. Я поспорил, что не найдет. А ты ведь знаешь, как я не люблю проигрывать. Не подведи. Кому звонил, падла? Меня сдали. Если между противником и вами невысокое укрытие, нажмите Е, чтобы перепрыгнуть через него. Ну и хренахнуть. Ну, вот это мы уже видели. С ноги вырубило. Полиция ищет агента по приказу Рака. Сейчас британец идет сюда. Будьте готовы стрелять немедленно. Рак велел брать его живым или мертвым. Он ненормальный, если сунется сюда. У него нет шансов. Кто там? Вот так. Так. Он должен был сюда зайти. Вот. Так и знал, что эта хрень где-то здесь должна валяться. Нашел судно, готовилось к отправке судна. Понятно. Ah.
На. Вот так. Прекрасно. Так. Полный. Полный. Охренеть, по домам прячутся. Падла. Ничего. Мы их и там достанем. Полиция ищет агента по приказу Рака. Сейчас британец идет сюда. Будьте готовы стрелять немедленно. Рак велел брать его живым или мертвым. Он ненормальный, если сунется сюда. У него нет шансов. Дебил. Ну, дурачок, дурачок. Все, не отреагируешь? Нет, не отреагирует. Выходи. Вышел. Подлый трус. Забыл добавить подлый трус. Следующий. Еще. Вот так. Вон оттуда меня хреначили. Давай. Надо остановить его. Так. Есть шанс? Но небольшой-то есть. Так. Патроны, патроны берем. Понятненько. Ясненько. Так. Вот так. Теперь-то уже можно менять. Давай, 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 давай. Так. Сколько в калашах, да, можно утащить? Вот так. Куда?
Да слишком пустынно. Отряд С его не задержал. Если прошел через рынок, то идет сюда. Он может появиться в любую секунду. Смотреть в оба. Кто там такой? Какой наблюдательный. Неприятель! Эй, ты! А где-то что-то можно отсканировать. Только где? Пока ничего не вижу. Видимо, какое-то оружие, ружье. Нужно прикрытие. Да пристрелите же его! Где подкрепление? Давай. Ну вот. В принципе. На чего надеялись? Вот так. Взял, все взял. В эту дверку, что ли? Реально в эту дверку. Так. Нечего тут смартфоном махать. Рак, всем постам! Бомб есть! Задержать! Вижу труп! Остановить его! Пока вроде справляюсь. Ну, последний. Делайте что угодно, мне нужен его труп. Давайте, оружие мне. Вот сюда, сюда, сюда. Сделала. Опа. Идиоты! Никакого толку! Ага, по нему никак. Ну ладно.
оборвана лестница. Живешь где-то в Клоаке. Все кончено. А сейчас люди еще получат. Я знаю о похищениях, об ученых, о биооружии. Даю тебе последний шанс. Надо было уходить, пока у тебя был шанс. Ну, поймали меня даже. Ничего, Бэтмена тоже ловили. И он выбирался. Выберусь и я. Добро пожаловать в пункт назначения, мистер Бонд. Это Мьянма. Последняя остановка. Конец пути. Здесь настанет финал вашей печальной истории. Да, ну давай. Как у вас все устроено? Что вы делаете? Похищаете нужных людей и пытаете их, пока они не выдадут все секреты. Посмотрите внимательно на этот нож, мистер Бонд. Он из платины, украшен драгоценными камнями и бриллиантами. Предназначен для того, чтобы причинять невыносимую боль. Я потрошу им людей, сдираю кожу заживо. Вы тоже заговорите, расскажете все тайны. Рано или поздно все ломаются. Можешь убить меня, Рак. Но Ми-6 пришлет кого-нибудь еще, а потом еще и еще раз. Поверь, в любом случае ты покойник. Телефона, возьми трубку. Алло? Хорошо, скоро буду. Готовьте вертолет! Летим в Бангкок! Когда я вернусь, мистер Бонд, мы вздернем вас во дворе, и все пленники будут за этим наблюдать. Увидят, как я вырву вам язык, сразу заговорят. Ну, в два раза. Ну, давай. Так, полдела сделано. А, ну тут и тоска. Посмотрю, как там британский агент. Так. Британский агент. Нет, а в норме. На. Так, а где телефона? Телефона здесь нет. Ладно. Где телефон? Не понял.
Блин. Рано. Да ё-моё. Вот так. Но тут больше ничего не надо сканировать. Назад никуда не надо идти. Чувствую, что где-то вот здесь вот он. Вот. Назад можно было сходить. Бонд, это ценная добыча. Вот так. Ну там может быть где-то еще, кстати, может быть. Приковать может. Может быть даже как у Бэтмена там какие-нибудь загадки, отгадки у загадочника. Заходишь туда, на какую-нибудь херь наводишь, опа, это оказывается воспоминание какой-нибудь хрени. Давай. Хозяева, вы теперь наши, и телом, и душой. Вы нам все расскажете, или мистер Рак прирежет вас как свиней. Блин, охренеть. Беттер-то за... Так. Да твою мать. Блин. Блин, а как мне на пролом идти? Спокойно. Давай. Стреляй!
Давай. Так. Вот так, подожди. Что у нас по оружию-то? Подожди. Давай, хоть с патронами теперь. Как тебя одолеть-то? Так, задача — найдите самолет и догонять. Так, ты сделал это все? Да. Так, найдите самолет и догонять. Так, найдите взлетное поле. Что тут у меня? Так. Вот, куда мне надо. Давай. Не дай бог ты выпрыгнешь оттуда, падла. Нет, все-таки туда, блин. Он дверь не выломает? Ух, контрольная точка. Ой, мамочки. Ой, что делается? Бегут. Блин, и Беттер еще. Найдем, далеко не уйдет. Устранил. Блин, а у него там это? Оружие это было бесшумное.
Блин, ворота закрыли. Плохо. Блин, там целый лагерь. Отряд Альфа, к реке. Гамма, прочесать бараки. Он мог сбежать в джунгли. Поимка пленного – высший приоритет. Так. На территории его нет. Он ускользнул. Увидите пленного, не стреляйте. Он нужен живым. Вы с ума сошли? Слышали, что он натворил в Бангкоке? Как только увижу его, пристрелю. Отставить, повторяю, не стрелять. Знаете, что Рак сделает с нами, если мы убьем его пленного? Я потом подумаю об этом, если выживу. Лучше быстро сдохнуть от пули британского шпиона, чем в муках корчиться на ноже у Рака. Правда? Но это уж ваш выбор. Вас понял. Продолжайте поиски. Так. На. Неплохо. Так. Давай. Вот что я. Так. Ломать его. Близко слишком стоял. Так, МИ-6 участникам. Так, все понятно, они ее рассекретили. Здесь бы не ушел ни хрена. Вот и все. Его надо остановить. Так. За тобой. Блин, не увидел одного. Ну, сейчас людей получше, значит, все. Отряд Альфа, к реке. Гамма, прочесать бараки. Он мог сбежать в джунгли. Поимка пленного – высший приоритет. На территории его нет. Он ускользнул. Вот так. Огонь!
Так. Все. Все может быть. Он обязан быть вооружен. Так, это что у меня тут? Это транспортное средство могло внезапно так привезено из Таиланда. Вот так. Идем. Кто-нибудь спускался к озеру? Возможно, он хотел уйти в плать. О, господи, наверх. Кто-нибудь спускался к озеру? Возможно, он хотел уйти в плать. Если так, его сожрали змеи. Мы не можем рисковать. Ходите и прошу. Сигма, поднимайтесь наверх и посмотрите на холмах. Это Сигма. Так. Идем к холмам. Если что-то заметим, сообщим. Там еще и Беттер нахрен где-то катается. Пусто. Никаких следов. Вас понял, Сигма. Продолжайте поиски. Он не мог просто взять и исчезнуть. Вон оно что, Михалыч. Это штаб. Активизируйте поиски. Нам нужно его найти. Если не найдем англичанина, нас на шкуру. Внимание, внимание! Вижу его. Нужно подкрепление. Нужно, зовите. Пусть идут, пусть помогают. Пережидаем. Охренеть. Шнековый. Да два раза. Пришлите еще отряд. Вот так. Блин, блинский. Так, а у тебя-то что?
Тоже дробовик. А почему шнековых так много? Так. Пока вроде нормально. Ой-ой-ой. Надо остановить его. Надо, кто бы спорил. Ну как? Не взрывается. Так. Надо на автомат, наверное. Вот на такую хрень. Потому что патроны кончаются. Опять шнековый. Прикройте меня! Прикончите его! Я остался один. Нужна помощь! Вот так. А мы пока посмотрим, что здесь. Вот рассматривать с телефоном. Ага. Подожди. О, так это гранатомет. Задача выполнена, БТР уничтожен. Я думаю, что за шнековый, это оказывается такой граник у них. Все. Так, а как мы туда? Ага, че вот так вот. Так, по идее, можно было долбить его и до этого еще. Ладно. Математика. Переписывал.
это по мне, да? А я летать умею на всех, и ездить на всех, и плавать на всем. Ну да я счастливчик. Место крушения не установлено. Самолет скрылся за деревьями. Выживших нет. Повторяю, выживших нет. Нет, мне нужно знать точно. Найдите труп. Есть, сэр. Выдвигаемся. Выберитесь с места аварии. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!